Работы над либретто родилась концепция. Мы исследуем природу рождения большого оперного певца, большой звезды, какой путь она проходит и какие люди могут себя считать причастными к ее рождению. Дмитрия Александровича Хворостовского нет как героя в этом спектакле, потому что каждый зритель, и в этом отчасти тоже иммерсивность нашего представления, это и есть Дмитрий Хворостовский. Например, наша опера «Олег», она очень ранняя у Рахманинова. Может быть, отчасти это слышно, но музыка, мне кажется, настолько зрелая. Вот меня она настолько вовлекает, настолько пленяет, что вот я не могу даже сказать, что это была его дипломная работа. Ну, собственно, не зря восхищались уже во время вот этого написания. Очень многие Чайковский оценил. Первый раз в Красноярске. Большая честь быть участником этого фестиваля Дмитрия Хворостовского, который всегда был для нас кумиром, примером для подражания.